Неужели это действительно произошло? На канале Серафим вышел ролик с Евгением Бэткомедианом, а Евгеша очень долго отказывался. И вот, неужели теперь он понесет ответ за все свои богохульные шутки? Ну и да и нет. Скорее, они мирно поболтали о церкви и боге. Его оппонентом, кстати, был и игумен Нектарий Морозов, очень умный священник. Но обо всем по порядку. Где-где, а на религиозном канале увидеть Баженова я не ожидал. Как-никак он воинствующий атеист. Да и в разговоре он занимал такую же позицию, но... вся его дерзость как будто бы испарилась, словно бы он боялся кого-то. Но так видео вышло очень даже интересным. В нем они обсудили образ церкви в кино, и не только. Например, Бэткомедиан высказал свою позицию по отношению к Иисусу Христу. И знаете, эта личность ему очень даже нравится. Он, конечно, не признает его божественность, но считает, что он величайший из религиозных деятелей. Был там, кстати, один очень интересный момент, когда между Бэткомедианом и священником завязывается спор. Спор об историческом распространении христианства. Евгений проиграл в споре, но отрицать этого не стал. Оба оппонента очень умные, и поэтому обошлось без конфликтов, несмотря на то, что у них совершенно разные мировоззрения. В остальном я не буду спойлерить, предлагаю вам самим посмотреть этот выпуск. Ну а с вами был, как всегда, Мирон. Мир вам и дому вашему. До скорых встреч. Что-то мне подсказывает, что богохульных шуток в роликах Бэткомедиана больше не будет.